Можно переворачивать. Или наш почтальонша что-то напутала, или газета «Сельская Удмуртия» сильно изменилась. Да подожди ты, подаю тебя. Почитаю хоть. Гламурный журнал для стильных женщин. Для меня журнал. Кристина Агилера. Платье от Армани. Небось, дорогущее платье. Рублей 300. Маша Малиновская похудела на 10 килограммов. Поди, губы отвалились. Леди Гага. Поди, пьет. Кто такая Гага? Наверное, гусей пасет. Александр Рева хочет жениться на Собчак. Вот это правильно. Каждую породу к своей породе тянет. Зона декольте и зона бикини. Наш сосед дядь Витя сидит на зоне. Интересно, на какой? Креативный шопинг. Трендовый клатч в дисконте от Шанель. Одно слово только поняла. От. Каким кремом для тела вы мажетесь? Финалгоном. Сейчас в тусовке модно носить на руках свою собачку. Так у меня полкан 90 килограмм. Как я его носить? На горбу только. О, да еще будка, господи. Одевайся стильно. Стринги 7000 рублей. Слушай, если такой клочок ткани 7000, на бабе Зине одеты миллионы. Голубой топ. Плавать надо учиться голубому этому, тогда бы не топ. Линдси Лохан сделала себе новую грудь. А старую-то куда, выкинула что? Глянь, какую грудь сделала, а? Глянь, не помещается. Глянь. То есть, поди, когда бегает, по лбу ей стукают. Тебе до нее далеко. Не завидуй. Обзавидовалась-то еще. Отбеливающая зубная паста. Да ничего она не отбеливает. Я матери купила, все ждала, когда у ней зубы белые будут. Как были железные, так и... Попробуй наше новое средство. Вкусно? Ночной крем. Вот надо было на ночь его, а я сейчас. Дур-то. Вечером доем. Деми Мур со своим мужем, который младше ее на 15 лет. Куды тебе до нашей Пугачевой? Обнаженная Волочкова на Мальдивах. Глянь, лежит голая, сверху песок насыпался. Поди, муж у ней старый. Натряс, глянь. Крем смягчающий для ног. Зачем ноги-то смягчать? Ноги должны крепкие быть, держать. А как на мягких ногах ходить? Глупость пишут. В этом году актуальны жилеты из натурального меха. Надо Яшку зарезать. А все одно толку нет. Продали как козу, оказался козел. А я 6 лет доила. Теперь без этого не может. Ме-ме. Улыбка – непременный атрибут роскошной женщины. Эй, глянь, может, это болит с непривычки. Не, у нас в деревне нельзя улыбаться. Подумай, пью. У нас в России все время улыбаются только пьяные и Николай Басков.
Как соблазнить мужчину? Нанеси за ушами аромат, который ему нравится. Ну, это я самогонкой натрусь. И котлетой. Нежно поглаживай его под столом своей ножкой. Так я ж его насмерть запинаю. Старайся чаще попадаться у него на пути. Так он на комбайне работает. Один раз попадусь и кою. Ларс фон Триер рассказал про свой триптих. Господи, если у тебя триптих, лечиться надо, а не рассказывать об этом. Мужик голый. Не буду смотреть. Чуть-чуть только. Какой поджарый. Глянь, брюхо не висит, а. Вот есть же нормальные-то мужики. То это Диана Арбенина. Как преуспеть в офисе и понравиться боссу? Офис – это место, где ты работаешь, а босс – тот, на кого ты работаешь. Я работаю в свинарнике, значит, свинарник – мой офис. А Борька – мой хряк, мой босс. Докладывай боссу четко и лаконично. Так это он докладывает так, что не успеваю лопатой разгребать. Если хочешь добиться успеха, разрешай боссу себя целовать. Господи, а я еще дура завидовала этой жизни-то гламурной. А у них жизнь-то какая трудна. Со свиньей целуйся, собаку на горбу тащи. Вот эту гадость-то жри. Ой, что дело у нас, а? Не жизнь, малина. В 4 утра встала, подоила, 10 гектар вскопала. И ляжи, отдыхай. Да подаю я тебе, подаю. Только в офис зайду, да боссу постелю вот эту гадость. Пусть этот клад делает.